Привет, Эля. Ну что, ты опять пудришь всем мозги? Опа, вот это начало дня. Сережа, ты одна любезность. У тебя что, плохое настроение? А чего это оно должно быть хорошим? Настроение, как обычно. В жизни ничего положительного. Подожди. Что у тебя случилось? Ну а почему, собственно, что-то случилось? Я всегда такой. Да, правда, есть такое. Но сегодня ты что-то особенно не в духе. Выкладывай. Да что там выкладывать? Вот подрался с одноклассниками. С чего это? Лезут ко мне, называют меня рыжим конопатым. Я одному как в нос дал, родители сразу в школу к директору вызвали. А они меня наказали. Заставили удалить все видеоигры. Да еще и гулять не пускают. Теперь должен сидеть дома. Тебя одну разрешили смотреть. Спасибо за комплимент. Тоже мне наказание. Вот и звоню тебе, потому что жизнь отстой. И теперь меня ничего не радует. Не переживай, Сережа. Бывают черные полосы в жизни. Вот мне иногда приходится выслушивать критику моих зрителей. А я не жалуюсь. А что? Мы критикуем по существу. А вот у меня, считай, жизнь закончилась. Ни игр, ни друзей. Да и действительно, я рыжий. Ну что ты? Не надо так депрессовать. Знаешь, я недавно смотрела интервью с человеком, у которого действительно в жизни, казалось бы, не было ничего хорошего. Он вообще родился без рук и без ног. Да уж, не очень повезло. В школе над ним смеялись. И ему казалось, что в его жизни нет никакого смысла. И чем мне поможет его история? Теперь этот человек известен во всем мире. Как оратор, мотиватор, писатель, певец, актер. А в каком-то смысле человек-легенда. Да ладно, не может быть. И как это у него получилось? Однажды, когда в отчаянии он спросил Бога, почему именно с ним все это должно было произойти, Бог открыл ему, что для его жизни тоже есть особый план. Теперь он вдохновляет людей по всему миру и своим примером показывает, что любые ограничения, недостатки и препятствия преодолимы. Смотри его интервью в моем плейлисте. Тебе же это можно? Пойдет. А это вообще о ком? Его зовут Ник Вуйчич.